Виталик здорово выпустил всех собак. Сейчас. Ко мне идите сюда. Юра, я открываю дверь. Ну а чехол для кого сделан? Я открываю дверь так сами. Идите на место. А где Златка? Вот здесь. Вон. Она моется. Моется? Да. Как? Дятел какой-то там прыгает. Не прыгает, а долбит. Ну, долбит и что? Они лают? Нет? Хорошо. Лаять не надо. Злата, Соболь, ну-ка ко мне иди сюда, толстожопый. Давай на место. Давай. Давай пошли на место, все. Расхулиганились. Печка разгорелась там. Ага, пошла. Тепло. Тут набавить, короче, вот дрова, а потом здесь вот можно включать электрическое на бой. Так, ну а картошка, может, готова уже? Ну, надо потыкать. Давай потыкаем. Ну, проверю вот так вот, раз. Все, выключай. Да? Выключай, да, она дойдет сейчас. Все, она протыкается, даже большая картошка протыкается. Я тебе как повар говорю, давай, не состоявшийся. Я выключил. Что, мы это сливаем? Воду надо слить в раковину. Конечно. Да. Тут и вторая комната. Условия. Да, все условия. Цивилизация, ура! Не, а здесь тоже тепло, Виталь. Только здесь темно. Не, ну свет-то мы можем включить, конечно. Не пробовал. Одна лампочка. Самому не смешно. Ну ладно, горит. Хоть одна. Хоть одна? Чем вообще нет света? Все белое, все чистенько, аккуратненько. Так, а советую отдохнуть, думаю, на хранилище. Соболин? Она ее солила, где-то просто. Я не знаю. Мы подсолим сейчас. Белая гвардия. Ты закрыл, да, наш шпингалет? Нет, я тебя пойду туда. А. Так, а ты какое мясо, вот, которое купили на 150 рублей, да? На сколько? На 150 рублей купили, который? На 180. На 180? Это? Ну а что, мы будем мясо это жарить или курицу? А курица у нас сырая тоже? У нас курицы много, конечно, замаринованная. Вот все. У нас все здесь. Немножко есть, да? Килограмма 3, наверное, А ты мясо проверил, посмотрел, в хорошем оно состоянии, нет? Шикарно. Шикарно? Да. Что вы смотрели, мясо и мясо. Слушай, даже отпотевать стали, потеть начали эти. Да. Костер горит у тебя там, да? Конечно. Тайно он сидит. Вот так вот, можете приехать, я вас сведу, покажу, приезжайте с семьей, отдыхайте. Собак, конечно, не очень хотят видеть на кроватях, как мы в тот раз сделали. Теперь они на терраске. Да, у них ложа, ковер еще у них. Ложа, ковер у них все есть, у них здесь все. Но они уличные собаки. Да, Соболин? Лазик прошел у тебя? Да? С якутом дрался, да? Все, глаз прошел. Молодец. Ты быстро. То, что ты у меня прям за несколько часов прям выходился. Молодец. Ну, две дамы. Да? Златка стала хорошо себя вести. Больше стала общительней с народом. Девка такая. Нельзя. Да, домой их не пускаем сейчас. Вот. Ну так, да. Ну, взяли тут, доширачку взяли там. Ну так это, ну, чисто перебиться, перекусить. Да? Что? Суп я просто варить не буду. Ну вот, хотя можно было и суп сварить. Ну, может и сварим. Почему бы и нет? Вот. Так, салатов там это. Мясо чуть-чуть взяли. Под картошечку сейчас. У, какая картошечка. Мундире. Сказка. Сказка. Песня. Песня. Ну что делаем с картошкой? Пусть она остывает. Ну пусть она, да. Это я решетку что-то не могу найти. Решетка я знаю где. Виталь, тебе показать? Да. Под снегом. Нельзя. На место пошли обе, все три штуки. Решетка вон она, по прямой. Есть. Выходит. Куда? Все.
Все, Надежда Николаевна сказала вас не пускать. А то шерсти много. Лайма линяет у нас. Все, пойдем. Давай. Все, давай. Танюха, он... Нет, домой. Зачем домой? Лайма, ты на кресле будешь? А похрюкать? Моя девочка. Ой, чавник у тебя. Да ты моя девка. О, бригада, ух. Вы двое суток. Первые сутки, вторые сутки. Татьяна Юрьевна. Ну, так чуть. Я на минералке. Торт. Вот купили торт. Будем пить чай. Да? Да, ну, Виталик себе пивка взял чуть-чуть. Да, какой-то гуся, да? Ну, а так, в принципе, селёдочка. Ну, сигареты, все, я не курю. Так. Вот. Много задают вопросов, женатый, не женатый. Я нет, я холостой. Я разведенный. Вот. Последняя жила была, жена была моя молодая. У нас разница в 12 лет. И дочка Софья. Софья Юрьевна. Да, никому ничего не показываю, не свечу, потому что это родное, свое. Вот. Как бы вот так вот. А так, всем добро пожаловать. Почему бы и нет, приезжайте. Ну, Виталик занимается, дайте его тайно подсниму. Тайно подсниму, что он там делает. Костер ждет. Все тут есть. Баню, я думаю, что мы завтра я починю ее. Ну, я приглашу этих печника приглашу, потому что там всего лишь два каких-то кирпича сгорело всего лишь. Попариться хочется. Я думаю, что мы за завтра это я порешаю проблему. Тут кухня, вот, пожалуйста, кухня. Газ, ну, то есть котел. Как бы вот все есть. Посуда вся есть, ничего не надо, не вот. Даже вот написано. Обувь в раке не мыть, потому что бывает охотники приезжают и забиваются просто. На самом деле это неудобно. Вот. Как бы вот нагреватель маленький, небольшой. Там насколько на 70 литров. Я не знаю сколько. Вот. Сейчас мы картошечки. Ух. Все по-простому, по-деревенски. Ну давайте, всем удачи.